Всем привет! С вами самая добрая и самая обаятельная программа «Словарики», потому что ее героями становятся дети. Сегодня мы отправились в детский сад номер 161. Давайте познакомимся с нашими обаятельными и неугомонными. Меня зовут Маша, мне 5 лет. Мне 6 лет, меня зовут Софья. Меня зовут Диана, и мне 6 лет. А мне 4. Мне 3 лет. Меня Артур зовут. Соня. Меня Ваня. На этот раз мы решили узнать, для чего нужна зубная щетка. Чтобы чистить зубы. Чтобы чистить зубы. Чтобы чистить зубы. Чтобы они были чистые. Чтобы зубы не были желтыми. Чтобы быть красивым. Я еще знаю, чтобы не шатались. Чтобы не болели. А бабушка увидела чеврики зубов, потому что они не чистят зубы. Я думаю, что берешь их чистишь. Один раз. Тщательно. Потом почистила и стали такие без чевриков. Все умылись. Все умыло. Вечером и утром. Два раза, ночью и утром. Пасту надо на нее намазать. Потому что... Чтобы они были чистые именно. Я не знаю. Что такое Windows? Какой-нибудь зверь. Какой-нибудь там компьютер, что он называется. Это отличается от слова Винкс еще. Не знаю. Нет, может быть, это страшное животное Финдус? Какой-нибудь на горе, которое живет. Нет, не Финдус, а Артур. Артур. Финдус – это, наверное, такой вирус. Или микроб бывает такой. Для чего нужен песок? Лепить что-нибудь угодно. Чтобы играть в песочницу. Делать всякие башенки. Чтобы с ним играть и делать куличики. Чтобы было с ним весело играть. Чтобы делать пасочки, куличики всякие. Замок. Пирожки как бы с песочком. На пляже. Еще его можно копать. Я ездила в рынок, там столько много песка. Ямки всякие делать. Где-нибудь рядом с берегом. Песочница где-нибудь на пляже, на море на каком-нибудь, на острове на каком-нибудь. Звездочки, звездочки. В пустыне. Я знаю, еще можно его, если сухой песок, из него невозможно сделать куличик сухой, вот такой, можно туда ведерко налить водички, посыпать туда песка, и станет мокрый очень песок. Что такое жадность? Это когда ничего не даешь, все время ругаешься. Жадность – это когда человек не хочет делиться. Это означает, когда жадничаешь. Я не жадная. Я нет. Я все даю. Вообще все даю. Ничего не дает и ничего не просит. Когда не отдаешь, плохо. У меня есть знакомая Даша. Она жадная такая. Еще есть Маргарита. Она тоже моя подруга. Я давай немножко поиграться. А потом, если я давай, я не очень жадная, немножко жадная. Но здесь, которые дети, такие очень сильно жадные. Потому что, когда человек жадничает, это очень плохо. Такие вот мысли у самых непосредственных жителей нашей планеты. Цените каждый миг и не спешите взрослеть.